Ну, в общем, нету больше наших трёпчиков. Что ты мне, блин, сглазила? Тут еще фишболс. Раз, мама, они растели. Девчонки опять стали играть. Ой, не могу я вообще. Я сейчас полицию вызову. Доброе утро, доброе утро. Всем доброе утро. А нет, еще у нас кто-то спит здесь. Кто это у нас тут спит, а? Эй! За Соня! Добрый день! А не добрый... Ты можешь покрасивее лицо сделать утром? Ты не умылась вчера, что ли? Не вытела свою радугу. Ты такая красивая, когда ты просыпаешься. Чё? Чё? Время 11 часов. Уже скоро обед. А мы еще не завтракали. Давай, вставай. Кстати, ребята, у нас случилась трагедия. Наши динозаврики, или как их зовут, триопсы, они погибли все, причем. И было их там не три, оказывается, а было их там, наверное, штук 15, да? Они вчера погибли. К сожалению, у нас больше никого нет. Здесь вот они вчера плавали. Мы их пытались спасти. В общем, вчера случилось так, что Макс с Каролиной играли и начали кидать туда туалетную бумагу. Вот. Девчонки потом стали вытаскивать. Но бумага там, она уже когда вся растворится, она такая там уже размокшая, и она на дне лежала. Часть они вытаскивали, вот, а часть вообще невозможно было, потому что берешь пинцетом бумажечку, и она это рассыпается именно в воде. Ну, в общем, мы решили пересадить этих триопсиков маленьких, мы их достали, там они на дне плавали уже там, застревали в этой бумаге. В общем, мы достали их в этот контейнер потихонечку, такой вот ложечкой, набирали водичку, так вот и потихонечку переливали туда. В общем, перелили сюда, здесь она была полная воды, там штук, наверное, 10-15 точно было. Ну, в общем, помыли этот весь контейнер, водичку залили, еду закинули и туда их, короче, перелили, пересадили. Вот, они сколько? Ну, первое время они там барахтали, да? Они же не сразу умерли, нет? Они, наверное, час там плавали, мы за ними следили, они даже кушали. А потом, перед сном, девчонки смотрят, говорят, мама, где они? А их не видно ни одного вообще. Ну, и потом те, которые у нас были самые такие побольше, которые самые первые родились, наверное, они лежат, вообще не двигаются. Ну, в общем... Так мы и поняли, что они погибли у нас. Вообще-то, из-за чего может быть? Из-за того, что потревожили их, трогали их, да? Ну, в общем, я думаю, все равно бы они погибли, потому что там на дне было много бумаги. Они бы запутались, потому что они постоянно ищут внизу на дне еду, да. И они бы в этой бумаге запутались, я не знаю, в общем. Может быть, и не нужно было их пересаживать, кто знает. Ну, в общем, нету больше наших трёпчиков. Макс с Каролиной. Они у нас еще такие, как сказать, в таком возрасте, что они не понимают, да, что такое живое, что такое там, что там что-то живет, что нельзя трогать, что может умереть. Они просто этого еще не знают. Что может погибнуть. Что трогать нельзя. Для них это все игрушка. Надо будет еще купить тогда. Но только яйца. У нас продаются только яйца, например,
без контейнера. Раз у нас уже есть контейнер, там продается просто упаковочка с этими яйцами, трёпочками. Нужно купить и засыпать заново сделать. И я просто не знаю, где это хранить, чтобы они не заходили и не трогали. Вы говорили, будем дверь закрывать, открыто не оставлять. Все равно у вас дверь была открыта. Они вчера, пока там вас не было, они зашли и начали там играть. Думая, что это, не знаю, бассейн с водой. Тем более, они же там никого не видят. Они же не видят никого, не знают, кто там. Ксюшка вчера плакала. Да, Ксюнечка? Жалко. Но там же в магазине игрушек продаются просто яйца, да? Упаковочка. Я не знаю. Там же, где это продается? Угу. Ну да, там все вместе. Нужно купить просто одни яйца и все. Засыпем, ну, в следующий раз не весь пакет, потому что, оказывается, половинку засыпешь, оказывается, оказывается, в этом пакетике там не три яйца, а там, когда они там вылупились, вот. мы нашли очень-очень много. Там, ну, штук 15 это точно, если не больше. Очень много их. Вот. Мы только в эту, в маленькую. Вот сюда, в маленький. А то потом надо очень много быть. А что ты большой экран не сделаешь? Да. Пойдем завтракать. То есть уже обедать скоро. Девчонки опять стали играть. Вы сколько уже не играли? Год, наверное? Два. Нет, где-то год не играли. У девчонок даже канал есть. Про Роблокс, да, где они там играли. И, в общем, в один момент просто им надоела эта игра. Перестали в нее играть. Сейчас, видимо, Ксюша отдохнула уже, ей опять стало интересно. Да, и вот теперь опять гоняет. Я не отучилась. Ты разучилась играть уже. Да, плохо играешь. Раньше хорошо играла. Магоша уже сходила в магазин. Что случилось? Я забыла вторую пачку. Молока? Ну ладно, хватит, у меня одна есть. А что ты не забыла? Я же тебе какой сказала хлеб купить? Не было его? Нет. Ну там были кипры. Ну ладно, не надо. Давай туда ставь на кухню. Поэтому я хотела блинчики спеть. Ну ничего, у меня есть еще одна. Здесь просто закончилось. У меня есть еще одна. Да. Давай, иди переодевайся, будем кушать. Поломалась? Ёлки-палки. Ты что, повисла, что ли? Нет. Ё-моё. Она еще... Нет, она не будет держаться. Молодец! Поздравляю. Вот это ты батон купила. Маргош, ты на какую семью батон купила? Где-то 50 сантиметров, полметра, наверное. Это батон. Ты где такой батон нашла? Зато 4 фрага. Зато 4 фрага. Давай сюда. Он такой свеженький, хрустящий. Мы сейчас его порежем. И будем с нутеллой кушать. Вкуснятина. Кушать с нутеллой. Даже на досочку не помещается. Ребятки, к нам пришли посылочки. Смотрите, какие огромные. Ксюша, не надо. Ты что, надорвешься? Не надо. Давай, помоги. Их нужно вот так вот свалить. В общем, здесь куча всего для слаймов. Давай. Это глина, да? Это глина должна быть. Одна коробка глина и другая там для... А сколько ты глины заказала? Глина? 30 килограмм. 30 килограмм глины. В общем, ребятки, вот такая вот глина. Мама, она очень мягкая. Очень. Я вот переживала за то, что она придет какая-то сухая, но она Мама, она слайм? Мягкая. Да, это для слайма. Тише, осторожно, не порви. И здесь много разных цветов. Что-то это...
Как они сюда все поместили? И как в общем, один пакет, один килограмм. Я купила 30 пакетов, поэтому должно быть 30 пакетов. Ты только фиолетовые купила? Нет, разные. Аккуратно. Тут еще фишболс. Раз, мама, они расстелены. Я заказывала каждого цвета по 5 штук. Это не синий, это так красный. Ох, прикольно, они в таких пакетах. Ой, давайте все не будем вытаскивать. Они такие мягкие. В общем, ребят, все подробно девочки покажут в отдельном видео. Сейчас все посылочки мы получим. И потом уже снимем отдельное видео все, что мы заказывали. Потому что еще не все посылки приехали. Да, еще не все посылки приехали, поэтому мы еще ждем. Так, я уже тут сложила. В общем, если бы нам уже привезли баночки, мы бы уже делали слаймы. У нас самого важного нету баночек. Но. Нам слаймы некуда складывать, чтобы продавать. Приедет? Я купила 600 пока баночек. Пока для начала 600. А там, если все пойдет хорошо, если будет много покупать, то тогда мы еще закажем. Но пока я купила 600. Поэтому ждем баночки. Я думаю, так где-то через неделю. Надеюсь, через неделю. И тогда мы уже начнем, ребят, создавать свои слаймы. Ну что, а мы тут решили спечь блинчики. А то у нас масленица скоро закончится. Маргарит, ты сегодня будешь расплетаться или нет? Ты как проснулась, так и ходишь. Не хочешь расплетаться, нет? Лохматушкин ходит. Масленица уже скоро закончится, а мы еще не пекли блинчики, так что сейчас будем. Ксюшка мнет пластилин. Макс, достань. А потом буду опять играть в него. Тайка. Кстати, мы... Это у нас не глина, это у нас легкий пластилин. Да, хорошо, Испера. Это легкий пластилин для слайма, а глину, soft clay, которая оказывается в Швейцарию, не привозят, поэтому у нас нет возможности купить глину soft clay, да, не завозят в Швейцарию, очень жалко, поэтому мы купили легкий пластилин, но слаймы получаются точно такие же, очень эластичные и мягкие. Зачем ты доставала отсюда с этого пакета большую маргариту? На, убирай. А что там за принцесса? Дай покажи хоть. Русалочка, Ариэль или кто-то? Да, вон Ариэль есть. Ну, типа Ариэль. Не похож. Русалочки всякие принцессы. Что ты мне блин сглазила? А, Маргарит? Ты можешь молчать, когда я жарю? Взяла мой блин, сглазила, он порвался. Не надо мне масла больше. Бывает потихоньку, пока я не вижу. Ты думаешь, я не вижу? А? Я вижу. Сидит, по кусочку щипает. Ну дай ему один кусочек. Он же не уйдет, пока не съест. Дай. Ты себе еще даже радугу не отмыла с лица. Или она не смывается? Она не смывается. Не смывается? Чем ты ее красила? Гуашью, что ли? Или акриловыми красками? Мы еще не пекли блинчики. Давай, размазывайся, блинчик. Это мой блинчик. Это вот так. Все. Ой, какой красивый. Маме нравится кол. Ксюша, что ты забрала у него, блин? Он сидел так, ждал. Посмотри, какой он грустный. Посмотри, он губку надул сразу. О, мой зайчик. Мне так нравится, когда он надувается. А, и сразу. Такую губу отвесит. Чего ты сидишь над тестом? Не тряси там волосами. Ты что делаешь? Это тебе не кетчуп. Это тебе не кетчуп. Это тебе не нутелла. Макнула. Я бы сгущенку сейчас бы поела вместе с блинчиками, да? Ложками. У нас сгущенку не продают. Как вы это не можете понимать? Нас... Мама. Живем в такой стране, где вообще-то должно быть все. Но здесь... По сути, нет ничего, что нам нужно. Спасибо. Сюда даже ничего не привозят. Нам еще в Швейцарию не завозят ароматизаторы. Отдушка для слайма.
Я просмотрела все сайты. В общем, с Америки сюда никто ничего не везет, не знаю почему. Я даже смотрела эти русские сайты, которые в России, и тоже не привозят в Швейцарию ничего. Поэтому я, честно говоря, в шоке. Я не знаю, как. Но у меня есть ароматизаторы. У меня есть 4 штучки, по-моему. Там манго, яблоко, еще что, малина, да, или как ее там называют? Черешня. А, черешня. Черешня есть. И еще коко, да? Кокос, да. Вот у меня есть вот такие вот ароматизаторы, и больше я не могу никакие заказать. Банан. Да, и банан есть. Банан. Шоколад. Очень вкусный банан. Шоколад мне не нравится запах, я не буду добавлять. И я искала другие отдушки, ароматизаторы. В общем, нашла очень много. И начинаю, в общем, заказывать, выбираю, да, какие мне нужно, там, такие классные всякие, там, этот, печенька там какая-то, Орео. В общем, все эти такая заказываю, отмечаю, потом такая прохожу вниз, да, чтобы регистрироваться, чтобы оплатить. И мне пишут, в Швейцарию нет доставки. Я, блин... И вот так вот я не знаю, я, наверное, сайтов 10 я прошла, никто не отправляет в Швейцарию. Я вот просто понять не могу, что они имеют против Швейцарии, почему они не отправляют сюда. Кто-нибудь отправьте нам. Может быть, кто-нибудь знает какой-то сайт, который вообще, не знаю, по всему миру отправляет. То есть, ребят, знаете, пишите нам какое-нибудь это, название магазина в России или там, я не знаю, где, который отправляет в Швейцарию. Потому что я не знаю, где еще искать. Может быть, нам переехать? Ксюша, а ты кушать будешь хоть? Мама, она мне не дает играть. Ксюша. Я играю. Дай Маргарите поиграть. Пойдем она покушаем. Уже, она уже 2 дня играет. Ксюша уже 2 дня играет. Не встаешь, 2 дня играешь? Кстати, ребята, вот так вот зовут Ксюшу. Ксения, 2010. Если кто-то будет играть. Да. Ксения. Да. Глуши мотор, пошли. Отелой. Мам, потому что вода горячая, потому что здесь горячо. Потому что в машинке, я с машинки достала. Вот так вот и потом... Ну. Ксюша, еще раз скажи, что ты сказала. Розетка лучше. А ты что, не знаешь, как называется розетка по-немецки? Розетка. Ксюша. И потом в школе в БНР розетка, а в шалте твахен. Ой, не могу я вообще. Ксюша так смешно говорит. Она говорит одно слово русское, а потом по-немецки. Еще одно слово русское, а потом по-немецки. Что ты еще там называла по-немецки, не помню. Еще что-то было у тебя. Розетка. Розетка, вот розетка, да? По-немецки не знаешь розетку. Понятно. Спроси в школе. Ребят, мы сделали слайм из пластилина, который к нам пришел. Вот такой вот слайм получился. Очень хороший. Да, смотрите, какой. Самый лучший. А слайм не был жидкий. Слайм немножко был жидкий, потому что он растаял у нас тут слайм, да. И я даже немножко загущала, потому что было очень липко. Я тоже синий сделала. Да. Ну, в общем, слайм получился суперский из этого пластилина легкого. Смотрите, какой обалденный. Угу, тянется. Очень классный. Желтенький. Получается, здесь 50% слайма и 50% легкого пластилина. И по всему столу, да, размажь? Мама, ты знаешь, что этот пластилин, он вообще-то был белый? Да, его покрасили, ну да. Просто я белый не купила, я не подумала. И теперь я сейчас только поняла, что нужно было белый. Потом ты можешь белый пластилин добавить к этому. Да, ну, в общем, я в следующий раз белый еще куплю. Или краску. В общем, круто, он так размазывается. И мы всегда такие шарики делаем. Да, я обожаю делать шарики из этого. Не так сильно. Ну, очень хорошо. Не тянется он вообще круто. Что ты делаешь? Слайм? Он такой жидкий стал.
Растаял. Он растаял. Он лежит долго у нас, его никто не трогает. Он такой стал, это, жиденький. Снимем. О, как хороший клей. Water slime. Он вообще-то из прозрачного клея, но с белого ПВА тоже. А вот смотри, мама, у меня сегодня. Осторожно, когда у тебя ранка, не надо со слаймом играть. И руки мазать надо. Ну, видишь, уже прошло вот это покраснение. Угу. Перестали играть со слаймом, и покраснение прошло. Угу. Пинк. Эй, панк. Панк. Панк? Это пинк? Нет, панк. Панк. Что это? Панк? Это такой, волосы такие, это. Девочки, вы спать собираетесь или нет? Я что-то смотрю, вы тут устроились так хорошо. Одна за одним это... компьютером. Время, смотрите, сколько, ребят. Это... 12 часов ночи. Вот да, это... да. Это... Сидят одна здесь сидит, другая там сидит, играет. Алло. Вы теперь от этой игры не отстанете, будете целый день играть. Нормально вообще. Мне вообще-то видео монтировать надо. И спать. Да-да. Монтировать буду завтра утром, потому что я уже устала. Час ночи, у меня уже сил нет. Все, всем пока. Все, пока-пока. Пока. Да ты что говоришь? Не устала. Я сейчас полицию вызову. Я сейчас... Это слайм, это не я. Ксюша, ты смешная утром. С таким лицом просыпаешься. Уж точно не лицо принцессы доброй. Кто там? Найт. Мама, ты со мной будешь чистить зубы. Иди ты в баню. Магрит. Может, ей больничку вызвать? Мама, идем. Нет. Идем, мне боюсь идти в туалет. Что ты боишься идти в туалет? А если папа выйдет? Папа спит. Папа что, чудовище, что ли, что ты его боишься? А, я боюсь. Это всего лишь папа. Идем за мной. Там нет ничего страшного. Там всего лишь туалет. Там Маргарита, иди быстрее. А то ты потом одна будешь чистить. Нет, идем. Ксюша боится до туалета дойти. Вдруг папа выйдет. Ладно, все, давай.